Это настоящее уличное искусство. У нас такой небольшой коллаборейтив будет. Арт. Очень красиво. Да? Нравится? Ага. Да. А это закончена работа? Нет, уже еще, я в процессе. Ну хорошо, что она зрителю говорит? Ну вот есть форма, что она зрителю говорит. А она задает вопросы зрителю, а не говорит ничего. Ну вы с кем-то согласовывали, что можно тут так располагаться? Нет, ну вообще с кем-то вы разговаривали по этому поводу? Люди, чье это все? Что у вас тут за искусство? Я разрешила. Вы разрешили? А то я смотрю, что у нас непонятно, что здесь. Freedom is not free. Beautiful, правда? А где, со стороны двора или со стороны проспекта? Да, серую, желтую, бежевую, это берем, коричневую. Ну вот, здесь даже, видите, моя краина Беларусь. Здесь ничего плохого. Все, квадратики получились еще одни. Что это соблазн падшего ангела, которого зовут Люцифер или Вельзевул, который взял и встал в спор с Господом Бога и заявил ему еще в ветхозаветные времена, что ты знаешь что, ты говоришь, что ты создатель, а вот я тебе скажу, что я равен тебе и могу создавать миры.